Браво, коллеги. Мы будем держать кулаки, чтобы со СДНКой ничего серьезного не произошло. Сейчас посмотрим повтор этого прыжка, что там случилось. Показалось, что вроде бы приземление должно быть качественное. Все справилось. Смотрим, полет достаточно нормальный, никакой болтанки здесь нет. И все контролирует вроде бы. И приземление должно быть. Но вот телемарк не получился и потеряла равновесие, да, баланс. Чуть вес тела ушел налево. И все, падение. Но, к счастью, это случилось не на такой высокой скорости, как это бывает при полете. Да, и лыжа заплелась одна за другую. То есть в такой ситуации, когда да, лыжи не отстегиваются, велика вероятность потянуть какие-то мышцы, либо сухожилия, либо ахилл, особенно ахилл. Но мы, конечно, надеемся, что Стенка сумеет выйти на вторую попытку, и сейчас ей ничего не случится, никаких серьезных травм она не получила. Ждем результата, но пока подняться Стенка не может. И дополнительной энергии, чтобы с ней было все хорошо. Жень, если ты меня слышишь, давай покричим вместе и с болельщиками, чтобы твои попытки исполнил. И вот Стенка Бесатова. Против ее фамилии стоит 85 метров дальность прыжка, но судя по тому, что мы видим, велика вероятность, что даже если попытка будет зачтена, на второй прыжок мы, наверное, СДНКу не увидим. Но максимальная информация, которая будет появляться... In den Top 10. Anna Ruprecht möchte auch dorthin in die Top 10. Achte nach dem ersten Durchgang. Was hat sie gut auf die Slowenin? An Punkten ja, gerade mal 1,2. Aber es ist jetzt ganz, ganz knapp. 10,8 Punkte Rückstand für sie auf die Spitze. Ja, oh, Vorsicht, oh, Rodel da. Hat sie da den Boden berührt? Ich denke, ja. Hat sich da auch wehgetan. Ui, nein, 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 fasst sich da ans Knie. Ah, verdammt. Ui. Ai. Das möchte man nicht sehen. Nach dem einen Sturz heute schon der Tschechin im ersten Durchgang von Pesatova. Ah, da drückt sie es hinten hinein. Ну и надеюсь, мы успеем пожелать вам какую-то информацию по тому, насколько она выглядит тяжелой или не тяжелой. Naja, das im Moment nebensächlich natürlich Rang 7. Trotzdem zur Vollständigkeit für Anna Ruprecht. Ja, da dürfte etwas Ärgeres passiert sein im Knie. Да, конечно, при такой скорости, при приземлении, с такой высоты, само собой, sagt, sie hat gemeint, typisches Kreuzbandel. Das war ja auch... Ja, allzu oft muss man das jetzt auch nicht mehr herzeigen. Ja, sofort die Schmerzensschreie. Auch Anna Ruprecht hat ja das Gefühl gehabt, es ist da etwas gerissen im linken Knie.